Всем привет, друзья! Вы на канале DudaPlay, и мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби», и остановились мы здесь на пятом уровне. Так, что у нас тут? Что тут происходит? Тут, получается, посадили растения, и тебе нужно будет их выкопать. Показывают нам, как выкапывать растения. Отлично, ты справился. А теперь поиграй в боулинг. Боулинг? С этими штучками? Ну, давай. Я согласен. О, мой любимый режим, ребята. Боулинг. Идут зомбики, и мы должны ими бросать орехи и сбивать их. Так, ну что ж, давайте подождем, когда наполнится у нас транспортировочная вот эта вот линия орешками. И только потом будем бросать. Как раз мы ждем еще вторую волну. Вот здесь сейчас пойдет вторая волна. И как раз орешки будут попадать по вот этим зомбакам и от них отрикошечиваться и попадать в других зомбиков. Ну что, я думаю, давайте приступим. Первый орешек. Второй. О, отлично. Сейчас их всех пощелкаем. А, где же вторая волна? Вот только сейчас вторая волна идет. Рановато, наверное, я запускал. Ну ладно, подождем. Как бы кажется, что орехов много, но на самом деле, ребятушки, нужно их поэкономно пользоваться ими. Так, сейчас он делает шаг, и я кидаю в него. Ах, чуть-чуть не докатился до вот этого чувака. Вот, отлично. Ждем волну. О, смотри, сколько много зомбиков. Теперь можно смело бросать. Сейчас кого-нибудь да попадет. А, мимо? В смысле мимо? Ни в кого не попал. Ладно. Так, ну орехов, кажется, много, но их может не хватить. Поэтому подождем немножко, когда здесь волна пойдет. Ну, я так думаю. Да, все, видишь, вот волна пошла. И теперь мы бросаем орехи. Кого там попадет? Опа! Кстати, они еще от них могут монетки появляться, но что-то никого нет монеток. Так, сна, умри. Ты тоже умри, гад. Так, ну все, кажется, тут я всех пощелкал. Так, у нас еще есть взрыватель, орех-бомба. Ее тоже можно, кстати, запустить будет. Но пока мы ее поэкономим, потому что большая волна еще будет. Поэтому пока еще рано бомбочку закидывать. О, где там зомбики? Никого нету. Так, вот еще волна идет. Сейчас мы вас пощелкаем. Кстати, можно сюда запустить бомбочку одну. Давайте попробуем, как это будет работать. Опа, хорошо их взрывает, смотри. Все, последняя волна зомби-апокалипсис. Апокалипсинг. Вот так называется, апокалипсис. Так, вот, финальная волна, последняя, да? Ладно. Кого-нибудь да запустим. Потихонечку. Сюда я бомбочку кину. Ребятушки, извините уж. О, хорошо. Ну все, зомбаков мало осталось. Это у нас последняя волна. И мы сейчас даже будем такими взрывателями кидаться. Все. Всех отзрывали. И нам дают картошку. Картошка. Бомбочка. Это бомбочка-картошка. Так, шестой уровень. Давайте посмотрим, кто у нас здесь будет. О, с шестом. Зомби с шестом. Опасный тип. Так, быстренько садим надо. А это что такое за орешек здесь, смотри? Прозрачный такой, вот, я не знаю. Так, все, надо садить подсолнухов побольше. А потом только мы посадим горохострела. Так, все, ждем. А может, картошку попробовать посадить сюда? Ну, картошка-то дешевая, поэтому мы время зато сэкономим. Да, картошка, кстати, долго собирается. Давайте одного сюда, стрелка, посажу.
Так, солнышко уже одно готово. Отлично. Так, вот бомба-взрыватель готова. Сейчас будет взрываться. Такс. Вот так вот бомбочка сработала. Так, а мы садим сюда побольше этих растений. Так, что, бомбочку еще одну сюда посадим? Она, в принципе, бомбочка недорогая. Так, давайте сюда орешек посадим. Все, пускай орешек защищает. Так, а мы пока будем подсолнухи еще садить. Чем больше подсолнушков, тем больше у нас будет денежек. Так, это начал уже орех жрать. Гад. Так, ну вот, еще сюда одного горохострельчика посадим. Пусть стреляет. Подсолнушек. Вот, орех. Давай сюда еще орешек один посадим. Так, и бомбочку. Блин, куда же бомбочку посадить? Ну, давай я сюда посажу бомбочку. Все, взорвался. Ну, такая вот. Такой вот у нас взрыватель хороший. Так, давай еще один подсолнух сюда сажаю. Все, хватит по подсолнухам. И так много насадил уже. Прям кучу целую. Ух ты, этот в шляпе. Он может орех мой сожрать. Надо сюда еще один посадить. Пусть не выстреляет. Так, прыгунья. Орешек надо сюда посадить. И она сейчас взорвется, смотри. Опа, мина. А, блин, мина не сработала, смотри. Потому что она, получается, на другой клетке стоит. И она не взрывается. Офигеть. Вот так разве может быть? Ну, ничего страшного. Вот, подсолнухов много у меня. Так, давай еще сюда орешек посадим. Вот, сейчас взорвется. Есть. Взорвалась у нас мина картофельная. О, это сейчас мой орех перепрыгнет. Так, надо сюда еще одного посадить. Стрелка. Ну хорошо, что она как бы идет медленно. Хотя, может быть, она идет как обычный такой зомбарь. Так, ну что ж, на нее бомбочку что ли использовать? Нет, все, взорвали ее. Так, давай еще сюда орешек один посадим сверху. Все, теперь сверху я уже не буду волноваться, что этот с шестом перепрыгнет. Во, сюда бомбочку кидаешь, и она уже будет перепрыгивать. Не получится у нее перепрыгнуть орешек. Так, у меня бомбочка есть. Давайте их тут всех взорвем. Есть. Взорвали. И мы получаем еще такой вот интересный горохострел, который стреляет замороженными своими семенами. Так, седьмой уровень. Пошли. Посмотрим. Седьмой уровень у нас будет цветок здесь. Волшебный большой цветок, который будет пожирать зомбаков. Так, ну что, сразу садим подсолнух. Ага. Так, собираем. Садим еще одного. А больше сейчас насадим. Ну, вот, как бы так же будем сейчас садить, как и раньше. Так, вот уже идет один. Сейчас мы его картошкой взорвем. Так, как долго картошка вызревает, интересно. Сейчас узнаем. Так, клетку. Он уже, получается, две клетки прошел, этот, а еще этот не созрел. А, вот, все, понял. Где-то 2,5 клетки. Созревает. Долго. И, наверное, будем замораживателей ставить. Они, правда, дорогие, 175 стоят. Но ничего страшного. Подкопим. Мы просто побольше подсолнуха посадим. Орехов тоже самое. Сделаем защиту. И у нас на этой серии я хочу чисто замораживателей садить. Ну, я не знаю, получится так или нет. Наверное, навряд ли получится. Надо будет еще такую линию обычных садить. А, хотя нет. Получится. Так, одного я уже посадил. Замораживатель работает. Все, зомбарь у нас под заморозкой.
Так, сюда давай бомбочку посадим. Так, расти этих я забываю садить. Надо почаще не забывать. Высаживать их. От солнышков. Так, 150. Давай это синего подождем. Во. Синенького сюда посадим. Ё-моё, надо обычного сюда садить. Не успею. Не успеваю я. Ладно, садим обычного сюда. Пусть он стреляет. Так, сюда подсолнышко. О нет, давай еще картошку одну сюда посадим. Пусть она взорвется. Вот, отлично. Взорвайся. Так, все, эта линия у меня уже полностью защищена. Так, давай сюда посадим орешек. И будем копить. Мне нужно еще одного сюда посадить. Вот этого синенького. Все. Посадили синенького. Теперь мне нужен орешек. О, орешек долго собирается. Что же делать-то, а? А вот все, синенький готов. И орешек тоже. Ну все, полностью у меня бригада. Рабочие замораживают или стреляют, замораживают. Так, сюда можно зелененьких садить. Можно и картошку посадить сюда. Так, вот такая вот бригада работает. Орешек можно еще сюда, побольше орешков. Так, сейчас будет волна большая идти. Поэтому надо потихонечку готовиться к волне. Так, идет обычная волна. Вторая такая волна. Так, вот они. Зомбики. Сейчас эти взорвутся. Если они дойдут, то они взорвутся, к сожалению. А, нет. Может, и не успеют взорваться. Так, вот попрыгунья прыгает. Ой, хорошо, что я тут ее... приторможу немножко. Так, сюда еще один орех. Так, ну сейчас я бомбочку возьму. На, взорвитесь все. Опа, успел взорвать. Сейчас будет волна идти. Так, очень много звезд, этих монеток у меня получается. Солнышков, солнечная энергия. Солнечная энергия нужна для роста растений. Так, давай еще сюда бомбочку. А, бомбочка не садится. Все, посадил. Кого еще посадить? Так, вот этого может быть, зелененького сюда. Так, ну все, копим на бомбочку. Сейчас большая волна придет, и мы... Это, смотри, картошку. Картошку ест. Не успел он ее съесть. Отлично. Так, ну смотри. На бомбочку я накопил. Сейчас пойдет, когда большая волна, мы их всех, получается, взорвем. Так, ждем большую волну. Так, можно пока обычного сюда посадить. Сюда замораживателя наверх. Так, картошку. А, не успеет картошка вырасти, сейчас он ее съест. Надо было не садить ее. Ну ладно. Хотя, может быть, он не успел... Нет, да, не успел он съесть, конечно. Так, ждем большую волну. Так, и бомбочка у меня готова. Ну, где большая волна? У меня есть для вас сюрпризик. Так, все, бомбочку взрываем. Все, повзрывали. Кого успел, того взорвал. Кого не успел, того не успел. Да не, сейчас все уже, волна закончилась, да. И мы получаем вот такую новенькую карточку. Угу. Такое растение. Растение зомби поедающее. Ну что, ребята, осталось 3 уровня. Мы, наверное, их потом уже пройдем. Будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.